Да на мою долю хватит. Кстати, всем здрасте. Да, и вам не хватает, шеф. Так. Он меня заебал. Я так понимаю, схемка пошла, да? Да, да, это ж пизделящий душу леденец получается. Да, и с вами Камафа Геймс. И Антон. И Олежка. Олежка. Денег тележка. Да, Олег? Олежка. Ценится тележка. Олег, кстати, с тебя Payday 2. Чего? С тебя Payday 2. А с хренали? Где мой подарок на мой день рождения? Ты меня обещал. Говорите почетче, а то мне показалось, что с тебя поимели два. Офигеть. Просто выкуки уши. Да что за херня? Сколько у него газа в желудке, я не понимаю. Я в свои лучшие годы столько не рыгал. Свои лучшие годы? Ты что, старый, что ли? Я понимаю. Я еще и с этими с динозаврами там бегал, мечи гонял. Вы-то. По крайней мере, рожден в 20 веке. А, я, по-моему, да. Да хер его знает. В 20-м. Да и срать, в общем-то. Да уж. Так, ну давай. Сейчас мы этому барану хуёв-то натолкаем. Ох, да, порвем гусеницы, залем кипяточку в бочку. Не знаю, у меня вроде болванки стоят. А его тут разделали под орехи. Отлично. Да ёб твою мать! Да что ж такое? Я не могу заехать. О, я что ж за пиз... Ах ты сука! Меня пробить пытается. На, гандон. Там еще второй есть. А второй. Так, опасный момент! А кто спит? Какая сука там? Воу. Блять, их тут трое! Да. Ебись ты, перевернись! Спади, почему да? Чтоб их кони приучили. Так. Тут мелко что-то разоралось. Ой. Я начинаю медленно охеревать от происходящего. Я тоже. Хераси, меня хетцер не пробил. Я одного слил. А меня... Не пробил. Вот не зато. Сначала не пробил, потом слил. Пиздец. Все просто по фэншую. Ну чистый фэншуй. Сейчас, если я рыгну, кому-то явно не поздоровится. Так, да. Вот пиздует наш хетцер. Это... Студент. Ученик. Ты глянь, тебя не пробивает. Если хочу этот танк выбить, по-любому. Не совета, такое дно. Башни нет, скорости нету. Ну так, маловальски броня есть. Да это ж ПТ-шка, чё ты хотел? ПТ-шка? Это СТ, если чё так. Это СТ, но по сути играется как ПТ-шка. И три башни, которые не работают. Три? А, да. А ты посмотри. Командирская, основная и боковой спонсор. Ну? Хотя это говорили, что будут работать таки многобашенности. Ну, по закону игры так. Да что ж такое-то? Чё, по рельсам ехать, что ли? Попробуй. А, нет. Я представляю, как бы ты эпично пизданулся в конце кучи. О, да. Какой день? Великая белорусская манда. И рандом. Ну, по крайней мере, у нас на взвод 4 танка. Медальки мы явно не получим. Да, 3 фрага у тебя. Я вообще пустой. И один у Олега. Да и что а такое? Сейчас будет пизденящий душу леденец. Антон, тебе сколько лет? Я только хотел сказать что-нибудь поэпичнее тут. Скотобаза. Как это скотобаза? Номер 27, естественно. Закрой дверь, пойди. Ой, что-то застряло в городе. Чтоб тебя мою арту слили. Вот. До слез уже ржу. Ладно, моя база будет, не пофиг. Олег, захватываем базу, пускай там разбираются. Че, возьмите у заходчика или как?
Мы-то захватим. Ты глянь, на нашей базе М8 сидит. Ну, падла. Сранка богомола. Да что за хуйня с его желудком? Давайте остановим ДВ-2. Олег, нет, давай ДВ-2 захватывать. Давай не поржем. Ручка. Может, вон. Сейчас его фазик распидорасит. Вот мне его убить, у меня денег много. Ты такой умный? Ну, стреляй в него. Только мы получим потом прощальный... А, мы выиграли так. Выстрелить не могу в него. У меня, короче, моды стоят, типа нельзя союзников стрелять. Да у меня тоже. Хорошо, я это успешно обходил. Что у меня? У меня медалька непутимый. Еще меня тоже не поверишь. Ладно. По крайней мере, звезду сбил, уже заебись. Коля, я вообще покупаю адванс. Зачем тебе руку? А я его беру. Ну вы такие мажоры. Чувак, не поверишь, я выкачиваю Т-34 просто. А я выкачиваю британцев. Британцев, этот картон на колесах. Да блять! У него пушка, знаешь, какая сейчас у меня стоит? Что я не скажу на все. Все. Пробитие. 7-4. Вместо того, чтобы играть, мы ржем как кони. Пиздец! Это пиздец, товарищи, давно я так не играл. Это просто пизденящий душу леденец. Ай-яй-яй. Ну чё, погнали, люди. А если я так сделаю? Оу. Да. Тогда же более заебись. Ждем ответа Олега. Это как класс подставит. Ага. Из 7. А, скинь пока, Антон, ссылку на свой канал в скайпе. Я тебе свой скину пока. Да я тут настрочу. А мне нельзя их туда скидывать. Меня, короче, забанен там в чате. По непонятной причине. Пиздец. Давай тогда после съемки. Давай, тогда потом. Олег, походу, вылетел. Пиздец, котел. Без него начнем. Попиздовали. В процессе получится. Так, что же у нас еще интересного? Это, знаешь, как я, короче, играл на медиуме, вот этом, меня 6 раз кидало в топ, потом 7 раз кидало к 9, и 2 раза мне вообще никого не кидало. На каком медиуме тебя кидало к 9? Вот на этом. Пиздишь ведь. Это я был на 8 сервере как раз таки. Нихуя себе, тихий час. Вот. Меня максимум к пятакам на этом танке кидало. Чтобы к 9. Вот именно, чтобы к 9, я сам удивился. Блин, да на карте не могу отметить. Да Сарат. Уж, с такой артой нам не выжить. Косой с косой. Так, Олег, снова с нами. Жемчужная река. Вот только я не понимаю. Я такую отрывку долгую грамку сделал. Если он сейчас рыгнет, я его уничтожу. Лично. Его с нами нету. Ух, годно. Так, давай, куда поедем? Поехали, короче, через ущелье в квадрате Т9. Ну, попиздовали, чё? Я отметить не смогу, потому что я почему-то забанен в чате, хотя я не знаю даже почему. Хорош. Задолбал. Отвечаю. Качаю самых бронированных и мощных, и самых картонных и быстрых. Он так. Задолбал меня. И не говори, мужик, так запалил уже. Походу, чувство это будет самое смешное и... приключение в танк. Да ёб твою мать! А я ко мне в жопу! А у тебя чё за пукалка, кстати, на этом танке? А? Чё за пукалка? На какой-то обрез, короче, у каких-то воров отняли обрезы и приварили к башне. А, у меня тоже фугасница. Значит, как? Ну да, потому что для этих штушки бронебоек нету. А, не попал, лох. На, скотиниум. Один хп подчерчили, зашли. 4. Да ебись ты, колотись.
Разбирай Черчилля. Ебическая сила, Черчилля забрали. Теперь на очереди ДВ-2. Что это за танк такой ДВ-2, ебаное обновление? Да аж немецкий. У немцев появился чаш на каком, на пятом уровне? Ой, нихера, в лоб пробил. Да ебись ты. Да, чтоб вас раки драли. Всю зиму. Чтоб вас кони дрючили. Так, там ПТ-шка сидит, дай к чину вперед пройдет. К чину? Ох ты ж, бля! Ты сзади там не пристраивайся. Хорошо, я к КВ пристроюсь. Ну да, ему можно, походу, пидорас. Да ну в жопу его, он какой-то не дающий. Да. Его и надо в жопу посадить. Ох, сейчас арты наколотим. Оо, а чё за арты? Две арты всего, чё ты хочешь? Ох ты ж, блядь. Вон он. Меня подожгли, меня сожгли заживо. Суки. Сзади причем. Ёбаные гомосеки. Вот. Сзади пристроились. Ах ты ж каниёб ты проклятый. Каниёб проклятый, сука. Пися газирована. Сколько тебе лет, Антон? 18. Бля, мне так 15. Ёбаный. Да и поебать. Я самый маленький. Ну чё, погнали на следующий бой? Так, медиум, а... А мы чё, все слились уже? Ну да, я слился. Олег попиздовали, хер с ними. Ну что у вас еще есть? Бля, гараж... что у Олега с желудком? Даже не слышу. У него такая тема, короче, расстройство с желудкой. Это как вот... Это когда я хочу кушать. Я бы тоже не отказался что-нибудь сожрать. Ну, у меня печеньки закончились, поэтому... Жизнь, боль, когда в пакете ноль. Попиздовали. Так, что, арта? У тебя арта, что ли? ПТС. У меня арта. Я взял папку. А, меня на арте, короче, в топ кидало, прикиньте, два раза. Бывало. Везбук часто в топ кидает. Да ёб твою мать! Рыгальщик, иди на коне рыгай где-нибудь там, в поле. Ага. А я знаю чувака, который бегает по голой, орёт на мышей и стирает чужие болячки. Кто? Изэс Гэмэртисон. Кто? Не важно. По крайней мере, ты точно не у нас. Олег любит прыгать. Чего, Олег? Вот почему я на арте и карта город, как всегда. Не поверишь, тебя ещё на Химки на арте не кидало. Хотя первый раз знает, услышал ту карту. Оля, прикрывай. Прикрывай, да, хотя бы на позицию там для начала. Ну, вообще Химки — это сокращенное название Химмельсдорфа. А, я просто первый раз слышу. Просто пока Химмельсдорф скажешь, язык сломаешь. Просто Химки. А зато если зимой арту палить проще. Пусты-то голые. А, да. Ну что, Олежка, свети их базу. Олежка. А 20 из тележки. В желудке тележка. Да у него там, по-моему, газогенератор какой-то. Может из него энергию вырабатывать. А вот и первый клиент. Получить мой чемодан. А ты у нас на чем чемоданишь? Секстон 2? У меня, кстати, тоже такая херовина есть. Олег, ты слился? Нет! Я сейчас чисто! На, сдохла тварь! Да ты где? Ты меня из-за засвета пропал. Он где-то заколотил фрага. А потом заколотили фрага на нем. Я убил его. Блять, промазал! По трамваю. По трамваю. Т-28, сарделище ебаное. Я на нем столько натерпелся. Коля, прич ган мочил в кустах возле моего трупа прямо передо мной. А я вижу твой труп? Я лучше по Т-28. Чувак, он не на базе. На, сука, в башню. Может, мимо БК подорвать, да? А ты можешь... Блять, меня арта забрала. Ха-ха. Офигеть. М7, стучий, монах. Потрох. Я, короче, на Матильду свожусь. Я хотел в начале боя еще слить, она уже переехала сюда. Давай, Матильда! Да!
Попал. Вроде топовое орудие, а мальтида не убивает. Сука, Стюарт, почему на захвате не остался? А, не, он тут арте мозги ебёт. Я не такой, я мальтинде гусну сбил, да вы что, издеваетесь? Не говори. Ожгло. Я, наверное, схожу поем. Я, пожалуй, сейчас буду за тебя мстить. За меня? Нет. За Атон. Да! Я отомстил! Красава, да! Шеф, у меня проблема! Шеф! Чего? Что опять? А, Антон, я за тебя отомстил, я М7 Прайст убил, короче. Просто слепую стрелял в кусты, фигак так. Попадание. Убил. Но тут такая проблема, на меня едет Б1. Я арта, который дно просто, непонятное происхождение британского настроения. Ну так не об этом речь. Факт в том, что я даже по ней не попаду. Британцы вообще отличались исключительной способностью клеить танчики под напором. А и была не была. Бежим! Быстрее! Базу захватывают, меня не палят. Пали! Да въеби ты ему раз. У меня перезарядка. Бля. Я бы с удовольствием влепил бы ему. Да ебись ты, перевернись. Что у него с желудком? Давайте отправим его поесть. Давай. Олег. Смотри, этот. Антон, я как-то глотал воздух, интересно, и чисто я так потом отрыжку делал. Я тоже эту технику владею. Сука, съебал Олег уже. Ну чё, берите танки. Через час я поеду. Бабушка. Олег! Олег, квас убрал быстро. Достал пиво. Да не это, другое. Я сейчас кому-то... О, попистофали. Так, подожди сейчас. Мой генерал. Fuck you, mein Führer. Ну так. О, победа, Секстон! Мы выиграли все-таки. Ву-ху! Та-да-дам, пиво, пиздец. Нас бой кинуло, так? Да? Бум-пу-бум, пу-бу-бум-бум-бум. Блять, опять коленем. Да ладно. О! Помню в свое время, как-то играл на старом своем аккаунте. У меня втором еще жив, кстати говоря. Там тигр, там только немецкая техника вся прокачана. Пиздец. Ёбаные немцефилы. Обсмотрелись муразоры. Нет, я даже не знаю его. Хотя нет, слышал такое. Ну я знаешь так, смотрю, что-то немец. Немец. Ёбан. Немецкая сила! И короче стал немцев гонять всех. Ёбаные немцефилы. Просто все ПТшки, вся арта, все танки, все тяпки, все СТ. Ладно, поеду, короче, по стандарту. Пойти, что ли, набить ебало вражескому по заденце? Давай, вот это мордобой, кулачный бой. 80. 80, нихера ты разогнался. Ты куда собрался? 90! А, нет, показал. 90, а у меня 60. У Олега тоже 90. Да что с Олегом, блядь, творится? Олег, хэр, а наверное у него так съемка, понимаешь? Когда мы взоры снимаем с ним, у него такая же. Нет, и гланды не вылетели. Да лучше бы у тебя вылетели. Херня внутри, которая болтается, как называется, брату. Язычок. Во, у меня чуть не вылетел. Небесный хуй. Да. Ротовой. Ротохуй. Ротохуй. Пиздокрыл. Чешуйчатый. Китайский. А20 аккуратно встал за камнем и, сука, уже начал брать базу. Ему едет на подмогу М3, который нахрен не нужен в этом бою, абсолютно не нужен. Хэдзи! Аккуратно!
Так снимай его, чё ты там стоишь? Такой ты встал. Блять! Шеф, ваш труп очень мне пригодится. Я знал, где сдохнуть. Прекратите насиловать труп. Меня в жопу пробить не мог. Пиздец. Значит, у тебя настолько стальная задница, что даже невозможно в нее присунуть. Да. Я слишком... Я засыпаю хлебом. Я массу. Опять меня не пробили. Говно они хэза пали. Говно там, честно. Я потихонечку захватываю базу, мне никто не мешает. Меня, порадовал комментарий. Говно, не хетцер. Ты бы видел, когда он бесился сегодня утром, когда мы с ним играли. Он, короче, на КВ был. Ой, на квасе, а я на Сектоне. Он, короче, это всрал, а я это два фрага сделал. Он так разорался. Пока он срал, ты сделал два фрага? Нет. Здорово, хетцер. На, нахуй. О, штурмпанцер один бизон. Народ, ну помогите кто-нибудь, чё я один тут всех разбираю, стою. F7, блять. А мне не работает эта тема. А, фу, ёптась. Меня же забанили. А знаете, что сейчас будет? Мне вот 85B сейчас в жопу небось стрельнет, я вот уверяю. Тебя в жопу выебет, я тебе гарантирую. Поэтому развернись, пока не поздно. Это там меня с поля раскидают. А, там Т-46 её отвлекать полез. Всё, заебись. Она как раз таки по нему. Опа, не арта сфокусилась. Бля, КВ-1. Нахуй, не вовремя. Ой, Матильда. Движок сломал, падла. Пидорасы. А я почти базу захватил. Что это за... Там какой-то коробкой на базу. Понятно. Это Бишоп. Бишоп. Топ-шоп, Бишоп. Это магазин на колесах. Британское. Британское дно. Может... О, мой живот, бедный. Потому что не будет столько рыгается. Так, ну, давайте мы начнем последний бой, потом, может быть, установить видеозаписи и, короче... Уже пофаниться по-человечески. Да. Давайте на третьих, короче, погоняем. На чем? На третьих. Да без базара. Еще есть что? У меня найдется много чего. Я могу и второй взять, в принципе, даже первый. Я смотрю, у тебя много танчиков так, до пятого. Ну да, потому что я выкачиваю дохуища веток, и у меня в ангаре 20 слотов. Нихера ты мажор. А у меня всего их 8. Я знаю, что я слегка подонатил. Чё за хэ? Я тут уже год или два. Этот всего лишь-то меньше, чем полгода. Чё за хэ? Сейчас сварим. А у тебя уже косарь боёв. У меня даже косаря нет. Народ, короче, без меня поиграйте, пока я макароны варю. Вот подстава. Сейчас я быстро. Так, у тебя чё, максимальный уровень это КВ-1? Таки да. Пизда. Ладно. Это пиздец, товарищи. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх.